Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на своем канале. Посмотрите, пожалуйста, фикус Бенджамина, какой он большой, на самом деле растет в живой природе, в натуральных естественных условиях. Дома мы его выращиваем в горшочках. Этот фикус очень хорошо поддается и подстрижке, как вы видите, но в этом году его не подстригали, оставили как есть. Очень часто фикус Бенджамина здесь формируют в виде цилиндров. То есть вот когда он достигает такой высокой точки, подстригают сверху ровно и по кругу. Очень эффектно, красиво смотрится. Листики мелкие у него достаточно, и он смотрится очень пышно и густо, очень хорошо растет, развивается, приживается, обычно саженцами размножается, как здесь в Европе, так же и в России. Из этого вида фикусов очень хорошо и достаточно просто и легко сделать бонсай. Либо есть еще такой элемент, как плетение косой, либо косой, либо там есть несколько вариантов, либо 4. Этот вид фикуса любит солнце, солнечные места, хороший полив, дренаж почвы. Пойдемте подойдем поближе. Вот такое огромное, очень большое дерево. Ствол опять-таки сантиметров здесь уже 25-30, как видите. Сами листочки красивые. Он всегда ярко так смотрится, освежает любой вид. Фикус Бенджамина очень хорошо смотрится и как комнатное растение, и как солитером на участке, если, конечно, у вас позволяет климат выращивать его на участке. Он всегда освежает своей вот пестрой листвой такой. Листики мелкие. Если ему не хватает солнца, то листья немного больше зелени приобретают. И фикусы — это вечно зеленые растения. То есть у вас всегда такая прелесть будет. С вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю вам интересных экспериментов с фикусами. И до новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока!